The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. Девчонки, я наконец-таки сделала маникюр. Как я рада, как я рада. Сделала в этот раз нюдовый такой маникюр с полупрозрачной молочной базой и золотинками. Мне, если честно, не хотелось переделывать маникюр до тех пор, пока я не сниму видео с идеями для дома, рукоделием, потому что клей, вот это все не хотелось снимать с нового маникюра. И мне, кстати, написали там один комментарий под этим видео: «Разве это вы делали?» А я думаю, у кого еще? У кого еще может быть такой ужасный маникюр, кроме меня? Хочу поделиться с вами первыми покупками к Новому году. Как я, как всегда, рассказываю сначала, что я ничего не хочу покупать в этом году, а потом все мысли только о новогоднем декоре. Но часть я заказала прям заранее. Ко мне давно уже достаточно пришел заказ с AliExpress. Я оформляла его, наверное, в начале октября. Не так много, как раз видео будет не затянутым, но я вам покажу, что взяла. Ну, во-первых, это IKEA. В IKEA я всегда, просто всегда ездила в октябре за новогодним декором, потому что самое классное там просто разбирают. И то, что я каждый год покупаю в магазине IKEA, это набор шаров. У них самые выгодные цены на шары, потому что качество обалденное. И если покупать базу для того, чтобы елку вот так вот максимально добавить ей цвета, чтобы это вышло бюджетно, лучше вот использовать шары IKEA. Раньше, кстати, ну цены растут, раньше набор из 50 шаров стоил, по-моему, 800 что ли рублей, лет так 8 назад. И у меня была большая такая коробка красных и золотых шаров. По-моему, по одной упаковке, ну да, 50 шаров красных, 50 шаров золотых. В прошлом году, нет, в позапрошлом году была очень красивая коллекция новогодних шаров в наборе. Там шли красные, зеленые, IKEA обычно придерживается такой традиционной цветовой гаммы, и были очень красивые шары с такой клеткой. Я их просто обожаю, к сожалению, она больше такие не делала, я покупала две коробки. И в этом году очень красивый набор в традиционной цветовой гамме, но вы видите, да, что она уже пустая, потому что я купила две коробки на елку, а в итоге так получилось, что все они убежали вот сюда на венок, две коробки по 32 шара. Они в разных размерах, то есть есть побольше шары и поменьше. В двух оттенках красного, в бордовом и ярко-красном, очень красивый
зеленый цвет, вот это не икеевские шары, а вот такой вот бутылочный красивый зеленый цвет, не яркое золото и золото с зеленым оттенком. Вот такие цвета в этом наборе. Вообще хочется купить еще на елку наборчик хотя бы. Ну посмотрим, разберут, не разберут, потому что разбирают. И набор стоил 1000 рублей, да, 999. Также в магазине IKEA я взяла две вот такие свечи, чтобы поставить их на камин, ну, традиционные. Смотрится очень нарядно, мне хочется в этом году, как уже говорила, придерживаться красно-белой гаммы. И зеленый, я не уверена, что он будет хорошо смотреться на моей елке, потому что от елки зависит очень много. Также вот такие елочки взяла, они были супер бюджетные, реально, 249 рублей, и я считаю, что эта елочка просто... Ну, стоит каждой своей копейки. Можно поставить к детям на тумбочку и украсить маленькими какими-то украшениями. Можно вообще не украшать. Можно поставить ванну на раковину, и она уже сама по себе задает настроение. Так, в магазине IKEA я больше ничего не покупала. Своим девчонкам я заказала точно такие же елочки, как у меня елка. Моя, по-моему, 260 сантиметров. А девчонкам я взяла от этого же бренда, называется бренд «Новая елка». Недорого и отличное качество. Она такая натуральная и по-настоящему зимняя. Улетают шары. Кстати, вот это и есть икеевские шары. Эти елки по 60 сантиметров. И знаете, они, ну, достаточно объемные. 60 сантиметров, и она не выглядит маленькой. Я заказывала на Wildberries. На Озоне тоже есть. Внизу мешковина. На Wildberries они подешевле. На Озоне, по-моему, 1700 стоит елочка, а на Wildberries 1500. И я взяла Лизе и Ульяне в комнату по такой елочке, чтобы они украсили ее как хотели. Снег осыпается, но осыпается в тот момент, когда ты вот так вот перебираешь ветки. Моя большая елка простояла, ну, то есть осыпалась в тот момент, когда я именно ее разбирала. Это уже в собранном виде, классная. И знаете, в чем особенность? В зависимости от того, какая у вас елка, не все игрушки на ней смотрятся хорошо. Вот очень большое значение имеет, заснеженная елка или нет. На зеленых елках хорошо смотрятся игрушки одни, на заснеженных другие. Я заметила, что очень также важно, помимо заснеженная елка или нет, литые иголочки силиконовые или ПВХ. И действительно по-разному смотрится на всех елках. У меня зеленая елка, которая уже будет 9 лет, и мы ставили ее, получается, 7 лет подряд, а на 8-й год вот я купила заснеженную, очень мне хотелось заснеженную елочку. И тоже такой нюанс. Лучше всего смотрятся контрастные игрушки. Например, если это зеленая елка, то на ней очень хорошо смотрятся красные цвета. Также может хорошо смотреться зеленый, вот лучше примерять. Я поэтому надела шарики, посмотреть, как будет смотреться именно на вот такой моей большой елке. И до конца сам не знаешь, до последнего момента, в прошлом году я повесила синие украшения, и они настолько красиво смотрелись, они настолько красиво оттеняли елку. Синие бумажные, вот эти, которые на магнитиках, оставлю ссылку на новогодний, прошлогодний декор. Посмотрите, если кто не видел, как смотрится там, потому что в этом году елка будет совсем другая. Но я буду действовать по ходу, потому что не знаю, как это будет выглядеть. Вот когда начну, я планирую одно, а получится совсем другое. Скорее всего, я не буду комбинировать красный и зеленый цвета. Возможно, зеленый оставлю в качестве акцентов, а основной будет красный. И еще я заметила, что вот такие заснеженные елочки очень круто смотрятся, если игрушки белые. Но если есть красный, допустим, какой-то яркий цвет и белый, то белых игрушек не видно. Создается ощущение, что елка не наряжена. А если только белые и нежные цвета, тогда видно, что наряжено, и елка смотрится таким единым целым. А вообще вот эти заснеженные елочки, посмотрите, если на них не вешать игрушки, они сами по себе уже смотрятся ну, нарядно, потому что они в снегу, и иногда просто даже ничего не хочется, достаточно просто елочку поставить. Что, Уляш? Вот, сняла украшение, посмотрите, если расправить лапки,
И, ну, я еще просто вообще ничего не расправляла особо. Вот мне нравится вот эта елка именно новороссийская тем, что у нее эффект такой тяжелой елки в лесу, присыпанной снегом. Нам в Ростове снега очень не хватает. Кстати, недавно где-то наткнулась на то, что Ростов попал в список самых малоснежных городов миллионников в России. И я это чувствую как никто, потому что я снег очень люблю, и его как-то очень мало в последнее время. Кстати, я нашла очень классный лайфхак, примерно представлять, как будут выглядеть те или иные игрушки именно на вашей елке. Вот мои елки есть и на Wildberries, и на Озоне. Я думаю, что большинство брендов можно там найти. И тех, которые продаются не только там, а вы, допустим, купили где-то в магазине. Люди в отзывах присылают фотографии своих уже наряженных елок. И тогда очень наглядно видно. Ты понимаешь, что именно тебе нравится конкретно на этой елке. Какие цвета красиво сочетаются и чего примерно ожидать. Следующий мой заказ, это заказ с AliExpress. Я заказала 3 наволочки, это именно наволочки, не подушки, набила их уже дома, стоили совсем недорого, мне кажется, рублей 150 штучка. Они не супер какие-то качественные, но выглядят очень празднично и очень по-новогоднему. Я заказала 3 штучки, надо было брать сразу больше, потому что хочется и в зале положить такую подушечку, и детям обязательно в комнаты, и на кухне хочется, и здесь на кресло хочется. Моя самая любимая вот эта, красная в черную клетку. Она мне безумно нравится. Сейчас покажу остальные. Красная шотландская клетка с оленем. И вот такая, ну, вот эти две выбирала Ульяна. Я ей предоставила право выбора. Мне больше всего нравится та, но здесь дело вкуса. Я давно обратила внимание, что новогодний текстиль задает настроение. Наверное, 50% успеха зависит от текстиля. У меня не было новогоднего текстиля, и его все время не хватало. Хочется еще покрывало докупить, какие-то пледы именно с вот такой клеткой. Как только ты это сделаешь, допустим, постельное белье, именно новогоднее, просто задаст тон на раз-два. Также хочу сочетать это с постельным бельем в серую клетку. Но у меня пока такого нет, я у детей хотела бы так сделать. В магазине Fix Price я купила вот такие желуди. Это стеклянные елочные украшения. Вы знаете, недавно говорила вам, что не очень люблю Fix Price и решила пойти в другой магазин. Я обалдела. Ну, насколько все-таки фикс-прайсы разные. У нас это вечно какая-то грязь, какое-то хамство. Половины товаров нет. Даже, наверное, не половины, а какие-то остатки выкладывают. И туда ходить действительно не хочется. Вот я пришла в другой, и там такой огромный выбор. Это совсем другой магазин. Там тебе вежливо улыбаются, разговаривают. Ну, как-то... Я знаю, что, по-моему, Fix Price это франшиза, и все зависит от того, кто ее хозяин. И я бы там скупила все, но я держала себя в руках, взяла только желуди, и то не знаю зачем. Они мне, по идее, не нужны в этом году, но решила, мало ли пригодится. Они очень красивые, качественно сделаны и переносят в детство. А теперь моя самая главная покупка. Я давно, несколько лет хотела широкие ленты на елку, но как-то я все в последний момент делала. И купить такие ленты почему-то у нас проблема. В магазинах нигде не продаются. В этом году поставила себе цель. Хотела ленту на елку, шотландскую клетку, и чтобы она была широкая. Я облазила весь Озон. Я облазила весь Wildberries. Я разные поисковые запросы пробовала. Просто сравнивала. Ну, в похожих товарах смотрела. Ничего не нашла. И тут просто в поисковике, в Гугле... Я написала ленты и нашла вот такие идеальные ленты в магазине Морозко. Единственное, что метраж у них, конечно, не большой, там, по-моему, 1,80 м, и одна такая лента стоила, ну, не бюджетно, по-моему, 400 рублей или 400 даже с копейками. Но решила взять 3 штуки. И знаете, в чем прикол? Она вот такая. Она настолько красивая. Это какой-то магазин в Москве, он существует, это не интернет-магазин, но у них есть интернет-магазин. И мне доставили с деком 3 упаковки вот такой ленты. Она очень... Согласитесь со мной, она просто восхитительна.
Забыла показать вам вот такой паровозик из магазина Fix Price. Одна часть только что улетела. Но я думаю, ничего страшного, потому что только ленивый блогер его не показал. Они действительно классные, есть в разных цветах. По-моему, и красные, и белый точно есть. Я решила взять разноцветный. Последний вагончик, он красный. Если вдруг еще такие не видели, то обязательно берите, потом придумайте зачем. Потому что с таким паровозиком можно составить огромное количество композиций. Например, поставить маленькие елочки, ёршики, насыпать искусственного снега или соль в вазочку. Поставить этот паровозик и эту композицию поставить на стол. Это так, к примеру, только сейчас придумала. Вообще его можно использовать куда угодно, и он маленький. Для каких-то поделок, для еще чего-то очень классная вещица. На этом все, покупок было немного. Надеюсь, что обзор был вам полезен. Мне сейчас нужно приготовить обед и ужин. Я заказала продукты, совсем уже забыла, как это закупаться на неделю, потому что так нравится с доставкой. Заказываю на 2 дня там примерно, продукты не пропадают, и готовлю то, что хочу приготовить. Что я хочу приготовить сегодня? Быстренький супчик, и хотела показать мясо индейки, филе бескостное из магазина «Вкусвилл», которое в чесночном маринаде. Оно обалденное. Буду делать из него поджарку, ничего не буду добавлять. Это просто невероятно вкусно, оно уже замаринованное, ничего не нужно добавлять, ни солить, ни перчить. Классное. Я вообще обожаю готовить филе бедра индейки, потому что это супер нежное мясо и очень вкусное. И есть его можно как угодно, потом в качестве заготовок можно добавлять его, например, в шаурму. Но начну готовить я сегодня супом, потому что так можно испачкать только одну разделочную доску. И супчик будет быстрый, без бульона. Все, что мне понадобится, я, в принципе, уже подготовила. Лук, сельдерей, морковь, также колбаски. Я купила в этот раз вот такие охотничьи Останкино, и картошка. Можно еще также добавить чесночок и сыр. Я забыла самое главное, у меня что-то мысли все куда-то улетают. Это будет сырный супчик с колбасками. Все овощи, кроме картошки, я измельчу на терке, отправлю их в кастрюльку обжариваться. Сначала лук, потом добавлю морковь, сельдерей. После того, как овощи пассируются, добавлю к ним картошку, также немного поджарю 1-2 минутки. Потом добавлю колбаски, залью горячей водой и буду варить до готовности картошки. В самом конце отолью немного бульона, размешаю в нем плавленый сыр. Так сырки размешиваются гораздо лучше, чем пытаться растворить их полностью. То есть нужно налить примерно миллилитров, может быть, 70 бульона, развести в них сырки и влить обратно, прокипятить, и все. Супчик будет готов. Все овощи на суп, а также на другие блюда я измельчаю на своей терке Борнер. Покупала ее на Wildberries 2 года назад и до сих пор не могу нарадоваться. Я просто не могу передать вам, насколько же она мне нравится. И рекомендую абсолютно всем, кто еще не попробовал. Мне кажется, что любая хозяйка будет в восторге от нее. Особенно в Новый год нарезать салатики – это просто то, что доктор прописал. На суп измельчаю всегда на ней, потому что и лук она измельчает мелким кубиком, и морковь такой тоненькой полосочкой. Получается, что все овощи одинаково нарезаны, тоненько и буквально за считанные секунды. А я тем временем режу картошку, и, к сожалению, сегодня в этом видео я не покажу вам процесс приготовления именно на плите, все потому, что день очень загруженный, у меня сейчас много дел, таких вроде бы небольших, но постоянно куда-то нужно побежать, что-то сделать вне дома. Соответственно, процесс готовки, когда снимаешь все это на видео, он затягивается. А если еще снимать в разных ракурсах, то это гораздо дольше. А мне действительно нужно было приготовить очень быстрый обед и ужин, чтобы ела вся семья. На гарнир я сделала пюре, потому что поджарка из индейки, на мой взгляд, лучше всего сочетается именно с пюре. Это действительно очень вкусно. Так что показываю вам процесс, именно как я подготавливаю ингредиенты. И пока у меня пассируются овощи на сковороде на небольшом количестве растительного масла, я нарезала колбаску, все залила водой, и пока варится суп, я быстренько измельчаю мясо, шинкую его мелко, насколько это возможно, и просто отправляю на разогретую сковороду, поджариваю до образования румяной корочки, а потом накрываю крышкой и тушу на небольшом огне до готовности. Потом также, если я смотрю, что уже все готово и
есть немного еще жидкости, открываю крышку, добавляю огонь, чтобы мясо зарумянилось еще больше, и все. Собственно говоря, вот и весь ужин-обед, плюс на гарнир, как уже сказала, пюре. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Оно немного не в таком формате, как обычно выходят мои видео, но мне захотелось сегодня именно так. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. С вами была ваша Лёля Власенко.